Пасха – это время, когда каждый может ощутить связь с традициями прошлого, принести в свою жизнь что-то новое и хорошее, проявить заботу и любовь к ближнему. В этот день собираются все верующие в церквях, чтобы отметить великое событие. С верой в лучшее, мир и благополучие. В этот день верующие вспоминают о воскресении Иисуса Христа, которое произошло после того, как его распяли на Голгофе за грехи всех людей. Это событие стало центром всей библейской истории и основой христианской веры. Возле храма царственных страстотерпцев собралось большое количество людей. Многие приходили целыми семьями. Мы каждый год приходим всей семьей. С нами вот младший сын постоянно ходит. Нам нравится этот праздник. Уже в четверг муж, он постничал в этом году. И уже не первый год постничает. Я пока до этого не дошла. Вот. К традициям относится с уважением. В чистый четверг красил яйца. Дома убрались, как обычно. Вот. Ну, ждем, наверное, в первую очередь. Во-первых, это и семью объединяет. Традиции продолжаются. Передаем следующему поколению. Чтобы встретить новое Рождество Христово. Вот. И чтобы как бы наше рождение будет. Вот. Так мы старались, постились. Вот. И, ну и, знаете, а теперь как бы наш итог. Вместе с Христом встретить Христа. Пока для меня это что-то маленько новое, но стараюсь. Жена здесь. Хочу тоже, как и она. Христос воскрес. Вот, самое главное. В главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа, верующие прошли со свечами вокруг храма, а после крестного хода все отправились на праздничную службу. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.